Столкновение грузовика и хэтчбека на улице Калинина. Не справившись с управлением, водитель овощевоза протаранил припаркованный автомобиль. Сигнализация Toyota Prius срабатывала несколько раз, но произошедшее все равно стало для ее хозяйки неприятным сюрпризом. Женщина появилась на месте событий не сразу, была сильно занята рабочими делами. Оставив машину припаркованной у обочины, автомобилистка надеялась, что сигнал срабатывает от рева проезжающих мимо автомобилей. Однако тревога была не напрасной. Грузовик Mitsubishi Fuso спускался со стороны детского парка. Как рассказал его водитель, гражданин КНР, в определенный момент он почувствовал, что тормоза в его автомобиле не работают должным образом. Да. Показали тормоза и сразу вот. Я бы там человека было, вот, взялся сразу, не может человека убить, правильно? Вот, да. Вот так получается. По словам водителя, на подъем по второстепенной дороге он свернул, чтобы избежать столкновения с движущимися автомобилями. Маневр оказался эффективным лишь отчасти. Увести грузовик в сторону ему удалось, но мужчина все же протаранил припаркованную у обочины Toyota Prius. С грузом овощей примерно в 5 тонн Fuso не смог одолеть подъем и скатился по склону вниз, оттащив при этом легковушку на середину проезжей части. Как следствие, на этом участке улицы возникли большие проблемы с движением. Убрать многотонный грузовик с места событий удалось лишь ближе к вечеру, после окончания регистрации ДТП.